Биография Шекспира имеет множество загадок и противоречивых моментов. Существует огромное количество вариантов биографии английского классика. В каких-то из них он выступает в качестве выходца из простого крестьянского сословия, сыном галантерейщика, изготовителя перчаток. В других версиях, напротив, он является аристократом, представителем лондонской богемы, любимцем женщин, отчаянным авантюристом и прожигателем жизни. Это связано прежде всего с тем, что после смерти Шекспира фактически не осталось никаких документов. Известно, что Шекспир родился в 1564 году в провинциальном английском городе Стрэтфорде на Эйвоне, что в 1582 году Уильям Шекспир женился на Энн Хэтэуэй, и их венчали в церкви Святой Троицы в том же городе Стрэтфорде на Эйвоне. А также дата и место смерти. 23 апреля 1616 года. И известен текст завещания, в котором упоминается, что, находясь в ясном уме, Шекспир завещает все свое нажитое, все свое наследство, деньги и недвижимость своим дочерям Сьюзен, Джудит и супруге Энн Хэтэуэй. Среди прочего, вторую лучшую кровать, серебряную посуду и свою шпагу. Больше ничего нет. Не осталось никаких авторских рукописей. Предположительно, что они сгорели в 1612 году в театре «Глобус». И все исследователи только могут предполагать. Разногласие биографии Шекспира породило так называемый «шекспировский вопрос». И здесь все исследователи разделились ровно на два лагеря. Первый лагерь называется «стрэтфордианцы», которые утверждают, что да, именно в Англии с середины XVI века, в начале XVII века существовал удивительный человек, интеллектуал, эрудит, титан эпохи Возрождения, которому удалось благодаря своим незаурядным способностям создать блестящую театральную карьеру и написать гениальные пьесы, которые дошли и до нас. С другой стороны, антистрэтфордианцы, другой лагерь, утверждают, что совсем не было Шекспира. Именно в том представлении, как мы знаем, написавшего «Ромео и Джульетту», «Отелло», «Макбета» и другие пьесы. Что под псевдонимом Шекспира писали множество самых разных людей. И список настолько велик, что насчитывает около 100 человек. Здесь можно назвать и современников-драматурга Кристофера Марло, тоже драматурга, и философа Фрэнсиса Бэкона, и королеву Елизавету, и список может быть очень и очень длинным. Кто-то высказывал точку зрения, что произведение Шекспира писала целая группа, целая плеяда разных людей, и аргументировали тем, что ну, не мог один человек написать такое количество пьес на том этапе культуры или на том этапе истории человечества, 16-17 век. Опять же, они приводят приводят множество аргументов в свою пользу. Могу тоже озвучить некоторые из них. После смерти Шекспира в его доме не было найдено ни одной единственной книги. Ни своих, ни чужих произведений. Его супруга и дочери не умели читать. При этом круг познания самого Уильяма Шекспира, то, что мы вычитываем из его произведений, крайне широк. Это и литература, и искусство,
и географические, и научные открытия, и знания Священного Писания, и знания в ботанике, в морском, в военном деле. То есть диапазон крайне-крайне широк. Откуда мог знать все это один единственный человек? При этом он великолепно знал придворный этикет, сложные королевские династии, их обычаи, традиции. И как раз в этой среде происходит действие его многочисленных пьес. Опять же, другой факт. Действие его происходит зачастую в европейских городах, очень часто в Италии. Это и Венеция, и Падуя, и Верона, и Милан, и Мантуя. И здесь хочу сказать о том, что Шекспир-то сам никогда не покидал пределов Англии. И все его маршруты зачастую сводились всего к двум городам. А именно Стрэтфорд-на-Эйвоне, где он родился и жил, и английская столица, Лондон, где он трудился. И обратно. Лондон-Стрэтфорд, Стрэтфорд-Лондон. Если говорить о словаре Шекспира, то он составляет 24 тысячи слов. К примеру, я уже упоминал Фрэнсиса Бэкона, блестящий ученый 17 века, интеллектуал и эрудит, занимавшийся всю жизнь наукой, имел словарь, насчитывающий 9 тысяч слов. То есть, очевидно, не соответствует. Там 24 тысячи, а здесь 9 тысяч. Или другая аналогия. К примеру, современный англичанин с высшим образованием использует всего 4 тысячи слов. Однако к концу 20-го столетия наступило некое примирение между этими враждебными лагерями, и было сломано множество копий. Однако ученые-исследователи пришли к выводу, что да, действительно, Шекспир существовал, что написал свои гениальные пьесы, которыми мы восхищаемся и по сей день. Однако здесь дело каждого. Каждый выбирает для себя, был Шекспир, не был Шекспир. Если говорить про сегодняшний день, то творчество Шекспира не устаревает, и по сей день оно не утрачивает своей популярности. В любом конце света, в любом городе мира, на площадках, на сценах театров ставятся и исполняются шекспировские пьесы. Каждый год появляются новые экранизации пьес Шекспира. На сегодняшний день существует свыше 500 экранизаций по пьесам бессмертного английского драматурга. Пьесы ставятся не только на сцене, но и, конечно, читаются как и взрослыми людьми, так и молодежью. Если говорить о том, в чем состоит секрет удивительной оригинальности, самобытности Шекспира, то, пожалуй, это скорее какая-то вневременность или внеисторичность. Пьесы Шекспира универсальны. Если его героев поместить в современный контекст, то они вполне органично впишутся в него. Но если брать самую известную пьесу тех же «Ромео и Джульетта», мы их прекрасно можем представить где-нибудь в Израиле и Палестине, в враждебствующих странах, или ближе к нам где-нибудь в Харькове и Донецке. Всегда будут проблемы между детьми и родителями. Здесь мы можем вспомнить и короля Лира с его дочерьми, вот эти бесконечные конфликты. Всегда будут люди, стремящиеся к власти любой ценой. Можно привести имя Макбета. Всегда будут пьяницы, пройдохи, фальстафы и прочее, и прочее, и прочее. То есть плеяда шекспировских героев очень широка, и можно перечислять множество разных персонажей и героев пьес. Другой особенностью Шекспира является понимание человеческой души в ее самых разных проявлениях. От каких-то высоких порывов до самых приземленных, низменных и порочных страстей.
Главной темой Шекспира, несомненно, был сам человек с его сложным и зачастую противоречивым внутренним миром. В сущности, все произведения Шекспира – это изображение всего человечества в миниатюре. Всю человеческую историю можно рассмотреть на материале одного Гамлета или каких-то других пьес. Шекспир бесконечно разный, то есть в разные эпохи человеческой истории люди открывали для себя что-то новое в нем. Можно говорить и о ренессансном Шекспире, вспомнить и символистского Шекспира, и реалистического Шекспира, и модернистского. То есть это и пророк, и шут, и юродивый, и множество других разных амплуа, масок и ипостасей. Судьба Шекспира в 21 столетии весьма удивительна. То есть классик, который жил в 16 и в 17 веке, в 21-м стал продуктом массовой культуры. Так же, как Че Гевара, Битлз или другие культурные герои. То есть в определенной степени он даже стал брендом. Когда на родине Шекспира, в Стрэтфорде, на Эйвоне или в Лондоне продаются брелки, зажигалки, футболки, кепки с изображением Шекспира. В результате опроса, проведенного в начале 2000-х годов BBC, Шекспир был назван самым выдающимся человеком тысячелетия, опередившим Дарвина, Черчилля, Эйнштейна и других великих людей. Ну и в завершение хочется сказать, что не будь Шекспира, вся человеческая культура была бы абсолютно иной. Многие книги были бы просто не написаны, а если были бы и написаны, то были бы совсем другими.